Всем привет, ребят, вы находитесь на канале Ritter Play, меня зовут Александр. И мы продолжаем играть в Doom Eternal. Контакт. Так, что-то не помню, где-то мы тут остановились. Воевали. Это мы пришли. Поспешите, Созидательница Яков. Остановите ее, пока она не завершила ритуал и не получила контроль над иконой греха. Ездит всякий. Удак. Запись из архива Веги. Как родина творцов. Быстрый анализ возраста и архитектуры местных строений указывает на то, что в нашей базе данных нет ни одного мира старше этого. Многообещающе. Я оставлю, чтобы на паузе можно было почитать. Сейчас растягивать я не буду идти. Не та кнопка. Это что такое? Похоже, так летать придется. У меня тоже полная. Ой-ой-ой, там этот хор какой-то поет. Ой-ой-ой, да ой-ой-ой. Тут нам похоже звуки. Так, тут нам надо будет долететь. С полетами тут. Ай! Перелет. А, что, засчитали мне все-таки, что ли? Вот, хорошо. Так. Блин, что-то. Не знаю, мне эта игра уже просто добивается своими прыжками. Что так умру и не дойду, блин. Так. Ой, господи, Бефезда, блин. Долетели с грехом пополам. Ой. Здесь, похоже, нам надо попасть и успеть пролететь, да? Карта. Мне сюда. Ну и отсюда. Ну все. Одна дорожка получается. По-другому-то никак. Или как-то, я не знаю, подготовиться. Здравствуй, Серафим. Секунду. Прошу прощения, немножко это не настроено у меня было.
возглавишь процессию! Мы не сможем его контролировать! Рогатый самый мощный. На ладошке он уже видно, куда стрелять, видимо. Это демон-солдат, его тело почти целиком покрыто броней, которая снижает весь получаемый им урон. Его слабое место – голова. Попадание в нее, он получает повышенный урон. Блин, тут что-то очень плохо. Играют я на контроллере, и, по-моему, у меня нету такого обвеса для винтовки. Если я ничего не путаю. Так, здесь ведь... А у меня этого веса-то и нету. И чё, и как быть? А, ну так-то они тоже умирают, в принципе, неплохо. Ну, чувствую, я тут помучаюсь. Планы. Кто там? Ну а еще ты что ли, блин? Тему-то ты. Да капец, блин. А, бегать, блин, я что-то в одном месте зажимаюсь. Так, блин, ну пошу. Не мог ты попозже стукнуть? Да блин, змейка тут еще. Так-то оказывается тоже коцается. Добивание тут, конечно, вообще ништяковские. Кто еще живой-то у нас? Хорошо. А, так она... ...больше не подчиняется Созидательница. На земле Титан с каждой минуты будет наращивать мощь. Надо отправиться следом через портал. Мы должны скорее открыть врата и вернуться на землю. Оказывается, так-то тоже нормально им заходит. Так, бенз. Что у нас с бензом? Полный, по-моему, да?
что, еще туда, наверное, можно, нет? Ну, дробовик, конечно, двухстволка, вернее, вообще так-то имба, блин. Так, БСПГ надо поэкономить, блин. Ну, как поэкономить? Будет дофига так не экономить. Блин, одни прыжки. Так, это что мне туда, а потом... Потом-то мне куда? Да, получается. Так, тут что у нас? Ой, блин, как... Я вас понял. Так, это вот такой дядька, блин. Икона греха. Запись из архива Веги. Титаны, огромные древние демоны эпохи владычества преисподней, согласно старинным манускриптам стражей, однажды вернутся из своего вечного... Цепенения, они считаются предвестниками конца света, олицетворением первобытных сил хаоса и разрушения. Икона греха – это воплощение по воле повелителей ада, душа предводителя. Так, ужасный титан. В общем, ладно. Читайте. Я растягивать не буду. Так, прохождение. А, блин. Чё, меня в самое начало, что ли? Убили, блин. Ну, блин. По идее, он, конечно, пробивать должен. Опс. А, есть, что ли, что-то? А-ля чужие, блин. Блин, вышел. Да блин, ну! Капец, меня убили, блин. Ты нахер. Ты умрёшь, нет? Капец ты, блин, дыня, блин. Нельзя, да? Ну да ладно. Я, конечно, так глупо подыхаю иногда. Так, значит, тут чисто эту статую мне надо раздолбать-то. Ай. Ну что-то пошло не так. Так, а как мне... Я откуда вообще вылез отсюда? А, вот кубик можно подогнать. Так, тут еще на время ведь. У меня ни хера нету, да? Thank you.
все патроны. Верните патроны, падлы. Да, блин, даже это я не попользовался. Бой с ФГ-то, блин. Так, теперь я могу, получается, до сюда долететь. Вашу ж маму, блин. Все по новой. Ну, блин, эти прыжки в этом думе черного-то вообще. Затрахали. Блин, первый-то нифига ведь не такой был, блин. Что-то все прыгай, летай, блин. Это не мультиплеер-то ведь, блин. Так подготавливайте к мультиплееру, блин. Пойдут этот где-то что ли, дядя? Пошел нахер. Так, у меня же упала жизнь-то. Трындец, блин. Этот хрен, блин. Усилениями, блин. А блин, ну капец, что тут валите. Физический урон. Тем, блин, сраный, блин. Что теперь? Понтов-то поменьше стало? Все, все кончились, но меня капец сколько раз убили, блин. Ну, где ты? Где ты? Я бегу за тобою. Пулемет полный, что ли? Охереть. Ладно, так, куда мне идти? У меня еще и меч есть. Что я? А, что-то повыше надо, видимо. Так. Этой, видимо, пенюшки. Про эту пишут. Так, архив Веги. Каждые 10 тысяч лет коллективное сознание творцов
иммунная сингулярностью рождает Кан Созидательницу, верховную сущность, которая предначертана руководить Урдаком до рождения следующей Созидательницы. Сингулярность содержит в себе сознание всех рожденных и умерших творцов. Оно собирает и обрабатывает все их данные, используя их для управления избирательной эволюцией. Как-то так. Так, надо посмотреть, что это делает. А, вот. То есть оборота. Достаточно быстро. Вы быстро отлетаете. Ну и все, тут больше ничего нет, хотите сказать? На Урдике есть врата, что ведут на Землю. Их нужно открыть. Для этого перенастройте телепортационные кольца. Поспешите. Чем дольше икона греха будет по земле, тем сильнее она станет. Но это очень плохо. Че за звуки такие? Блин, че за звуки? Что такое? Блин, опять эти прыжки, блин. Еще тут. Да ты че, урод, блин? Я ведь больнул так еще, беспонтово. На. Бля, я весь дробовик прострелял. Где ты, падла? Да, блин, вот чё стоит? Ну это, короче, самый мой ненавистный противник, блин. Да ты умрешь, нет. Триндец, блин. Ну реально только на самом деле вот этим убивать. Дробовиком, блин, двухполкой, вернее. Ты что? Да? Ну это чего? Раздута редкостная, блин. Так я опять ставить выпустил. Да блин, я еще и промазал. Да иди в жопу, блин. Все, я поплыл уже, блин. Ты вообще самый нездоровый, наверное. Да купя с... А, двое, что ли? Надо срочно что-то где-то подкачаться, блин.
кого-нибудь, пожалуй, запилить даже. Там он есть. Дробовичок есть. Так, ладно, где ты, сволочь? Как я ж попал? Ну, блин, я промазал. Да тварь ты, блин. Капец, блин, вот эти вот, блин, я вообще их ненавижу, блин. Даже эти летающие по лайтове будут, блин. Блин, жесть какая-то. Теперь вставьте вегу, чтобы включить портал. Контроль получен. Задаю курс на земное измерение. Теперь я это вижу. Я отец доктора Хайдл. Скорее, займитесь остальными кольцами, пока не поздно. Очень важно быстрее открыть врата. Чем дольше икона греха на земле, тем больше набирается сил. Вообще вот... Конечно, блин, вот эта часть, она вообще какая-то вся заточенная под эти, блин. Какие-то, я не знаю, блин, прыжки, вот все, вот эти, всякую акробатику, блин, под эти монстров, которых надо именно по таймингу как-то убивать, блин. Да это вот со щитом, это вообще самый, я не знаю. Самый нехороший дядя, блин. Так, так, где этот коздоблюд? Пошли на нахер. Ну конечно, блин. Еще разок на убить, да? Ты что, еще не упомер, что ли? Чё меня включаешь, куток, срань, блин? Да, блин, да, конечно. Ай да, я чё, зажали, блин? Да капец, блин, ну я вообще что-то уже под конец игры плыву, блин, на самом деле. Вот это тут меня больше всех еще вымораживает, блин. Бафер, блин, херов, блин, да пошли нахер. Так, что у меня вообще осталось? На кого-то пилить, блин? Что, у меня ничего не упало, что ли, хотите сказать? Да иди в жопу, блин. Вообще, пацаны, считают, сколько раз я тут помер. Да, блин. Жесть, блин.
ты чё, маленький дрищ? Ой. Ну, блин. Это одно огорчение, блин. Я уже, честно сказать, хочу, чтобы эта игра закончилась. Реально надо. Достало под конец. Сначала-то да, прикольно, интересно там. Проходишь там. Так, ну все, похоже, вот последний какой-то у нас балбес. Кратким описанием. Так, что у меня вообще есть-то, блин? Ни хрена у меня нету. Так, и куда мне идти-то? Вот что, все наверх, наверх куда-то, да? А вот секрет, кстати, какой-то. Гаси. Что так просто секреты нынче, блин, раздаются. Фигурка прикольная. Дрон творцов. Так, куда мне все-таки идти-то, блин? Откуда-то сюда, что ли? Так! Отлично, блин. А, базука же есть. Так мимо? А, блин, ну как вы достали? Ничего, никто не помер, что ли? А идите в жопу, блин. Ой, ну только не этим ведь. Ну зачем вы мне ее в руку-то засунули сразу, блин? Блин, я ненавижу эту игру, блин. Ну и где кто-нибудь? Дайте кого-нибудь запилить-то. О, давай иди сюда. Хотя вообще-то БСФГ попало, видимо, в кого-то, что-то этого здорового-то не стало. Но, блин, ну все равно жалко, блин. Ладно. Теперь-то уж что? Будем надеяться, дадут еще. А, у меня же еще меч я забываю пользоваться. Вроде как и полный. Ну, блин, потому что мечом, конечно, когда пытаешься кого-то зарубить, постоянно подсовывают какого-нибудь маленького дрища вместо сильного, которого ты хочешь рубануть. Так, а куда мне идти-то? А,
вот еще и тотем, оказывается, был. Я, блин, всех с тотемом, блин. Вот это тут вот, вообще бесячий, блин. И бегай, ищи этот тотем, блин. Наделали всяких механик, которые мне вот, честно сказать, если с первой частью сравнивать, мне вот вообще не нравится. Бесит тут. Вот, вот. Кстати, по прокачкам. Ну, вроде как бы что-то и есть. Можно, да, прокачать-то? Нет. Почему нельзя? А, это не открыто. Понятно. Так-то вроде у меня все прокачано. А, ну. Чем пользуюсь? А, тут не хватает. Печально, но я этой пушкой-то что-то даже не стреляю. А, долго, потому что. Так, бронекостюм, 4 жетона. Наверное, все. А, заходить. Больше-то ничего нет. Всего пропускал, получается. Так-то уровни, конечно, не маленькие, но мне от этого нифига не легче. Так, сюда куда-то, видимо, что ли идти. Созидательнице нужно, чтобы землю поглотили демоны, иначе ее мир погибнет. Капец! Бифизда, я вас... Ну, бифизда... Это... Риндец бифизда. Что-то ненавидеть начинаю эту компанию. И очень, блин... Рад, что вас купили, блин. Надеюсь, вам зарплату понизить. Это, конечно, я уж так создал, сказал, ну, блин, ну... И прыжки сделать, это... Что-то, наверное, нездорово. Мне вот первый Doom-то как раз-таки не за это понравился. Что включилось, что ли? Я что-то хотел. Так, больше
точно, тут ничего у нас нет. Вываливается-то из этой фигушек. Да пошел ты. Получилось, но, блин, опять этот дрищ где-то. Ничего не осталось, что ли? Так, надо кого-то пильнуть. Где ты ходишь-то там? Там еще пришел нашу маму. Дрищ остался, блин. Еще оттуда. Так, дай-ка. Запилю. Ты умудряешься, блин, меня как-то навалять, блин.
Когда творцы пробудили нам такие иконы греха, они сломали печать. Поэтому теперь демоны могут проходить через пустоту. Вы принесли ее народу и этому священному месту вечное проклятие. Но все же икона привела сюда чужая поспешность. Тщеславие Созидательницы разрушило. Так, что-нибудь оттуда надо летать. Так. Зашибись, ну, блин. Капец, какая игра, блин. И прыжками вечными, блин. Мой господи, нет. Моя оценка, наверное, все-таки, блин, по сравнению с первой частью будет ниже. Первое мне очень понравилось в свое время. Ну, сейчас ничего и не далек. Я в итоге умру так вот. Вообще. Господи, блин. Конченная игра, блин. По подписке вот Game Pass еще можно это. Так. Там еще надо успеть попасть, что ли, в какую-то эту, блин. Полюте. А чего меня не предупредили, что автомат надо брать? Ну это вообще извращенство. Так, еще выше-то можно, нет? Это трындец, ребят, я тут паузу поставлю, как пропрыгаю, включу, я тут чувствую, много умирать буду. Только сказал, сразу с первой попытки получилось. Совмещены. Врата сквозь пространство на Землю открыты. Доберитесь до платформы и пройдите сквозь портал, иначе Земле осталось совсем немного. Ой, благо дело, хоть прыгать назад не пришлось так же. Понта стояли, блин. Че, опять махач? Бля, ну полетели, че? Ну, блин, зашибись. Хоть они так тоже пробиваются, но чисто в голову надо гасить. Ну, на мышке-то я соглашусь, наверное, это попроще будет. Просто тут такая динамика еще со снайпой так быстро целится. Да я не знаю. Я еще, кстати, не на самом легком сложности-то играю. Так.
И чё? Что мне делать? Так, можно залезть, нет? Тот же уровень, что-то подкидываю, все под конец. Он, походу, еще не самый конец. Так, что мне надо? Что от меня хотят? Кстати, все забывает, тут еще и крюк ведь есть, блин. Но я играю-то, конечно, так в игру. Вечерами записываю на будущее там. Это в мае это все у меня выйдет дело. Ну что, если я нырну, мне трындец, да, я правильно понимаю? Ладно, что? Ой, это не трындец, что ли? Сплыть нельзя, что ли? Что за гуманоид? Сюда. На днях вот тоже тут в Horizon играл, там подводная миссия была. Капец, блин. Здесь подводная миссия, блин. Так, этот гуманоид типа боссом будет или что? Так, здесь не пускают нас. А, ну, видимо, это специальная вода, в ней можно хотя бы дышать. А, сейчас, наверное, на эту платформу я смогу выйти. Или нет? Так, и чё, я как бы отсюда долетаю или что? Зацепиться за что-нибудь? И так нормально. Созидательница рядом. Она ни за что не выпустит вас отсюда живым. Когда в ее груди находится сфера, она неуязвима. Не станет сфера, и ее можно будет сразить. Мы выживали тысячелетиями. Очень многие приносили жертвы ради нашего процветания, чтобы в будущем самим обрести искупление. Кто ты такой, человек, выше смертным, чтобы отвергать наши обычаи? Так, выстрелив в кан Созидательницу, чтобы на время отключить ее щит. Восстановить шкалу кровавого удара. Пока она уязвима, подберитесь к ней ближе. А, ну, короче, мне дробовик надо будет по максимуму. Так, значит... Ай, блин, ну... А чё? В жопу, блин. Я в кого-нибудь запилить, блин. Дайте маленьких демонов, блин. Мне боеприпас надо восстановить. Да она базукой-то вообще никак, да? А у меня этого нету, блин. Ну зашибись, что я могу сказать. А, вот.
оттуда то есть. Да блин, ну... Хорош, Берри. Ну, сибись. О, что-то чувствую, я тут горе-то хапну, блин. Как вот, как вы боеприпасы восстановить? У меня нету боеприпасов. Что за какая-то недодуманность, что ли? Что я должен был сюда с полной плазмой приходить, что ли? Это не факт, что... Не факт, что мне хватит, блин. Что мне, или не БСФГ же в тебя стрелять-то, блин? Отлично, чё? А, во, с них же падает этот. Отлично. Так. Так. Беги. Пошла ты! Ну, капец! Так, ну... Так нечестно, блин. Что за один босс? Это нет, но это самый такой пока босс на самом деле. В голову стрелять, тогда все нормально. Зашибись, так дофига раз то надо ее. Я уж просто хочу пройти да посмотреть, что игра закончится. Достало, честно сказать. Все горит, что ли? Давай, что-то все везде подожгли. Это не...
не сказать, что хорошо. А, блин, я еще и промазал, да? Ну как так-то? Ой, для чего? Ой, мразота это редкостная. Конечно, и упал. Ну как так-то? Ну мудак ты, блин, еще и упал, блин. Боже мой, Хеллбой, блин. На тебе, блин. Давайте уже. Закончим на этом, наверное. Эта игра под конец вообще просто выбешивать стала. Кто согласен, поставьте лайк. Ты лишил меня всего. На чем я имела власть? Ради того, чтобы защитить их. Остыть ступ нашей веры. Ты сломал священную печать Урдака. Твои подлые преступления могут стать угрозой всему творению. Это еще не конец, что ли? Созидательница уничтожена. А, так это значит еще не конец. Ну, тогда продолжим в следующей серии, я не знаю. Пока у меня уж сил нет, что-то из меня все это соки высосало. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Значит, закончим Doom. Будут другие видео, стримы и так далее. И как, до встречи. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум.